Ожидание праздника лучше самого праздника. Предвкушение тянется намного дольше, и в это время можно вдоволь помечтать. В Одинцовском лицее номер 6 есть добрая традиция – украшать классы в новогодней тематике. Это позволяет детям целый месяц чувствовать себя героем любимой сказки. У нас в лицее уже много-много лет сложилась добрая традиция. Под Новый год мы обязательно проводим конкурс, выставку детского прикладного искусства и наряжаем классы, наряжаем холлы, украшаем нашу школу. Новогодняя атмосфера повсюду. Выставка творческих работ встречает учащихся в главном холле на первом этаже. Полюбоваться изделиями на переменах приходят дети и взрослые. В этот раз она посвящена символу Нового года – кролику. Большинство поделок олицетворяют именно это животное. Чего не скажешь о тематике украшения классов. Это может быть русская народная сказка, это может быть сказка народов мира, но обязательно новогодняя. Наш класс украшен по теме сказки «Снеговик-почтовик». В этой сказке главный герой – сам снеговик-почтовик и собачка по имени Дружок. В преддверии Нового года классы в лицее больше похожи на иллюстрации к сказкам Андерсена, Бажова, Сутеева, Гофмана и других авторов. Традиционно учителя совместно с детьми выбирают тему. Инициативу подхватывают родители, и совместными усилиями привычный кабинет преображается до неузнаваемости. Дети начинают сопереживать главным героям. Она примечательная, потому что она русская. В ней говорится о том, что сначала была осень, и бык решил построить свой дом, чтобы переночевать зимой. Другие животные сказали, что они с ним не пойдут, потому что сами смогут укрыться, им будет тепло. Бык построил дом, а потом, когда наступила зима, сразу все животные к нему пришли, потому что им стало холодно. Насыщенная школьная жизнь делает нахождение детей в стенах лицея интереснее. Многочисленные мероприятия, праздники, конкурсы, выставки, конференции – все это побуждает школьников постигать новые знания. Да, очень интересно. Каждый Новый год у тебя новая сказка, класс становится еще красивее и очень такой интересный, загадочный. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».